Передача на Байкова. Дальше направо. Яшкин от Хольстрема уходит. И дальше не удается ему сохранить эту шайбу, чтобы еще и Тодыкова переиграть. Кагарлицкий направо. Шипачев не стал бросать. Чайковский в гол. Динамо открывает счет в этом матче. Но отмечаем опять же блестящую передачу Вадима Шипачева. Шипачев просто страшный человек. Так вот, мне кажется, 90% игроков из этой позиции уже бросали бы. Нет, вот дошел Чайковский в центре. Это просто, конечно, невероятно. Там, конечно, до этого эпизод был интересный. Яшкин так корпус заложил, прошел. Ну, а вот здесь Кагарлицкий. Тоже передача в юбилейной игре уже результативная, как минимум одна. Ну и Шипачев, который выводит Чайковский на гол. Ну, тут Тодыков, конечно, вылетел из ворот. Надо просто смотреть, у кого шайба. То есть, если бы это какой-нибудь был, я не знаю, среднестатистический игрок, то Тодыков делал все правильно. Надо выходить. Но там же Шипачев.